Всем привет! С вами Аркс Плюй, и это Лес Плюй. И уже второй раз мне чисто рандомно на соло-игре попадается мой зритель. Вот это вот, трейлер про Газик. Второй раз. Такое совпадение. Это, короче, Лес Плюй. Я сказал гайд или нет? Ладно, неважно. Это Лес Плюй. Я болею, если что, охрипший. Мне уже неделю болею. Опять нос заложен. Голос мой сексуальный немного изменен. Но ничего страшного. Потом когда-нибудь мы выздоровеем. Так, и ты, именно и ты не загрузишься. Правильно я понимаю, да? Давай, грузись. Мы играем за свет. А это значит, что сейчас я буду нагибать. Сейчас разомнялся я в пару игрушек. И будем нагибать. Интересно, он узнает меня, нет? Реально на рандоме. Вы в конце увидите, что я играю соло. Соло. Ла-ла-ла. У меня мут, к сожалению, не могу написать. Этот летсплей будет на Дума, да, господа? На великого, великого Дума. Невероятно сильный лид. Очень полезный герой для Тимы. Очень полезный. Я буду показывать вам не лесного Дума, а на лайне. Если хотите увидеть лесного Дума, можете зайти на мой старый канал и там найти гайд на Дума в лесу. Я буду стоять на онлайне, это будет гораздо сложнее, чем в обоссанном лесу стоять. Это просто вообще забейте. Потому что нам никто фарма не даст, будет тяжело. Но я легких путей не выбираю. Вот про себя я могу сказать 100%, что я свое отыграю, понимаете? 100% отыграю. Что в лейте я там восстановлю свою стату, буду рвать жопу. Но я знаю, что даже на 4К ММР будет 4-0 в тиме. Это я 100% знаю. И игру сольют. Вот посмотрим. У меня было и 0-6 на лайне задума, да, потому что просто там два станера убивали в говно гангали. Но при этом я потом в лейте рвал жопу и набирал 12-6 и так далее. 31 килл. И далее? Это я сегодня купил меч. 2 рубля стоит меч. 2 рубля. И вставил туда руну. Вот такой вот у меня сетик. Красивый сет. Кстати, если у вас есть лишние итемы на Дума, любые итемы, комонки, ункомонки, без разницы. Можете просто кидать мне в Steam. Я буду принимать. Ваши это итемы будут участвовать в видео. Вы будете любоваться и не вспоминать. Да, да, видите? Да, да, да. Элита, элита. Он меня узнал. Но у меня мут, и это норма. Ну а кто же еще с таким ником-то будет играть? Вот, Джакира. Вот что мне не хватает всегда на лайне, и всегда получается, когда я играю с кем-то. Саного, вонючего саппорта. Да дайте мне нормального саппорта. В одной игре пикнули какое-то говно, пошли лес, я соло против двух станеров. Вообще в говно мне на лайне обосывают, но в конце я затащил. В другой игре пикают вонючего Дазла, с первой же секунды он начинает делать отвод. И потом ни разу на лайне не помог ни хилка, ни крестом. Ну, неправильно, люди, уважаемые, запомните, должны быть кэрри, должны быть саппорты. В идеале в каждой игре должно быть два саппорта, потому что одному тяжело все делать. И должны быть там, например, два кэрри, да, основных, сильных, и один танк, инициатор и так далее. Сейчас вот мне появился Джакир, я надеюсь, что он даст мне. Я надеюсь, что даст мне постоять на лайне и пофармить. Самое главное, чтобы он мешал врагам. Запомните, еще очень важно. Вчера играл с подругой, она очень правильно сказала. Очень правильно. То, что я всегда говорил, что саппорт должен прилипнуть к кэрри. И как банный лист, это уже мои слова, как банный лист к жопе прилипнуть, да? К обосранной жопе в говне. И бегать за ним всю игру. То же самое должно быть здесь. Не нужно идти сраные отводы делать с первой секунды. Не нужно. Сначала постойте своим кэрри и убедитесь, что ему нормально стоять на лайне. Если ему тяжело, его будут убивать, и в итоге ему будет тяжело развиваться. Поэтому пикайте саппорта, идите к вашему самому сильному мейн кэрри и просто как за ребенком ухаживайте за ним, если вы хотите победить. Мы же сыграем на 3900-4К ММР, короче говоря. Мне пару игр слили мудаки. Посмотрим. Ну, про Газик, да, молодец, мы с ним играли, хороший парень, хорошо играет. Так что передаю тебе привет, если ты увидишь это видео, я не знаю, смотрит он сейчас, не смотрит, он очень давно смотрел мои видео.
И реально второй раз попался. Ни один не попадался, а он уже второй раз на рандоме. Наш у него получается тоже, кстати, 4К ММР. Поздравляю. Ладно, не о том мы говорим. Наконец-то все, началась игра. Очень долгое начало. Покупаем танго, Coiling Blade, раз, два, три, раз, два, три. Все, идем на лайн. Где там, где там? Сейчас я помигаю ему, чтобы он, короче, понял, что это я. Желтая жижа течет. Ла-ла-ла. Он, скорее всего, смотрит Dota Profi. Еще раз говорю, что я пикнул героя, и я полностью могу за него ответить. Да, даже если меня будут убивать в начале, я буду фармить, фармить, развиваться, гангать. Но в лейте я сделаю свой вклад. То же самое я прошу от этих мудаков. Оу! Оу! Но мут и есть мут. Но скоро у меня пройдет мут. Сыграю одну игру и дадут мне новый мут на 160 часов. Это норма. Пока я скиллы не качаю, почему у нас двое идут? Что это? Какого фига у нас двое идут даун? Вот опять. 4К ММР. Ну давайте посмотрим. Что они хотят? Как я понял, у меня не будет саппорта на лайне. Ну ладно, давайте посмотрим. Эх, будем делать акцент на первый и второй скилл. После последних обновлений третий скилл, в принципе, качать смысла мало есть. Но мы качнем на один раз. Чтобы просто добивать врага, который уходит там на 2 хп. Сдалека так пик и добил. Будем делать акцент в первую очередь на первый скилл. Да, там будет уменьшаться КД и увеличиваться золото. Логично, да? Что мы должны много фармить. О, и на второй скилл. Ой. Слегонца у меня была отрыжка. Я не понимаю, что делают дауны эти. Не понимаю вообще. 4К ММР. То же самое Версута. У него последнее видео. Гляньте, 5К ММР. Мирана два раза подряд стрелой не может попасть. У нас трипла. Поздравляю, у нас трипла. У нас трипла. Хорошо, хорошо, молодец. Я поражаю. Даун. Просто чмо. Не, мы не будем его спасать, пускай его убивают. Хотя, я сейчас пока фармлю, самое главное мне фармить. Потом самое главное, нужно будет найти волка. Без волка это вообще как без рук. Как без руков. Мне всего лишь нужен вот, Джакира, все. Что делает даун конченый, дебил. Вот меня бьют, обижают. Я не понимаю, почему у нас трипла против двоих. Ну сделай тогда отводы, ладно. Нормально, все забрали крипа. Денай сделали. Вот теперь можно потихонечку делать отводы. Но опять же, смотрите, они вдвоем пошли делать отводы. Почему вдвоем? Ну у меня здесь фарма не дадут, все. Ладно, придется ждать. Придется ждать. Два обоссыша. Два гнойных куска говна. Смотрите на это. Два дауна. Блин, не заденайдил. Ладно, еще страшного. Так, потихонечку фармим. Самое главное, нужно фармить, фармить, фармить. Это очень сильный лейт. А, ну опять же, почему мне Doom нравится, да? Потому что в первую очередь Doom способен любого героя вражеского превратить в говно. Просто в кусок говна. У нас невероятно сильная ульта. Просто невероятно сильная ульта. Которая, во-первых, блокирует все способности врагов. Во-вторых, также блокирует и пассивные способности, что не делают всякие орчиды. Они не блокируют этого. Также мы можем блокировать итемы. Ни один орчид сало не делает этого, ну кроме Хекса. Итемы можем. То есть, человек собрал лотар, срать я хотел на твой лотар. Видали, как я фармлю? У нашего героя великолепная анимация атаки. Им фармить один кайф просто. Просто одно удовольствие фармить. Опа. Пошла в жопу, мразь, отсюда. Давай. Пока, тварь. Все, обоссали одного упыря. Нужно сейчас купить, сходить быстренько. Все, гоу-гоу-гоу-гоу. А, прокачиваем первый скиллок. Потом качнем один раз мы третий скилл. Давайте продадим третий. Я говорил уже, что он нужен хотя бы на один левел. Вот сейчас мне нравится лайн, да. У нас есть Джакира. Просто не уходи от меня. Просто не уходи.
И все. Запомните, еще раз говорю. Играя за саппорта, прилипните к жопе кэрри и сделайте все, чтобы он выживал. Сделайте все, чтобы враги не могли фармить. То есть мешайте врагам, коцайте их, крипы кидайте и так далее. Батрайдер молодец. Нифига он дерзкий поц. Не успею, ну ладно. Не, ну наглое говно, ну получай. Вообще дамаги нет, надо, короче, убивать волка. Не, ну, конечно, да, уже наглеют твари, просто наглеют. Чмошные, конченые. Само собой, когда у нас будет 6-й левел, будем разрывать жопы. Кстати, у него-то, когда я играл, последний раз заворачивался за Дума, да, давно это было. Второй скилл у нас работал абсолютно по-другому. Ну давай, говно. Ну давай, ну нормально. Второй скилл работал по-другому, короче. Там был просто огонь, да. Теперь у нас появился огонь, второй скилл. Потом ускорение бега и самое главное, это регенерация появилась, деградация. Нормально, жив, жив, жив. Все, продолжаем фармить. Самое главное, чтобы парни, они понимали, что... Самый большой вклад в победу, это чтобы пофармил Doom. Я начинаю заговариваться, не забывайте, что я простыл, мне еще тяжело говорить. Качаем третий скилл обязательно. Мне нужен волк, волчонок, потом возьмем волка. Для этого мы купили банки, чтобы хватали нам на первый скилл мана, чтобы хватало, и на второй скилл. Потихонечку кушаем. Все, сейчас собираем инвизеры. Нам срать, еще раз говорю, нам срать вообще, какие это играет. Враги, вообще срать на врагов. У нас, в принципе, нету таких очевидных, пошла мразь отсюда, очевидных антигероев, просто нету. Мы любого можем убить в говно соло. Ну, само собой, если у нас появятся арты, мы убьем соло любого. Так, у него есть разбег. Давайте быстренько глянем, что там есть у нас. Давайте просрем второй скилл, чтобы я похилился. Так, говно. Ну где, где? Ну, волчонок. Ну что ж. О, хорошее ускорение. Ладно, нету здесь волка. Пока скушаем это говно. Сейчас убьем и пойдем на лайн. Ладно, не будем тратить хп, пошлите на лайн. Надо, короче, найти волка. Обязательно будет найти. Надо, надо, надо. Сколько у меня? Ноль. Ну, пока ноль, потому что у меня забирали килл. Один отсосист. Появляется руна, но я туда не пойду. Самое главное, берегите второй скилл. Он нам поможет в первую очередь убежать от ганга. И также захилиться поможет. Опа. Косой говно. Так, секунду, подождите. Во. У меня отошел наушник. Ну, я, конечно же, знал, что он сделает свою молнию и спокойно отошел. Соберем. Запомните, мы должны убивать, когда у нас будет лотар. Когда будет лотар и ульта. Эй, да, он. Кто там у нас? А, Мирана. Эй, говнище. Шмара. Пошла отсюда. Обоссаш. Я, короче, думаю, надо все-таки сходить в лесу пофармить. Реально, надо пофармить. А то я так никогда не найду волков. Мы будем сразу и в лесу, и на лайне одновременно. Больно, конечно, проседаем по фарму. Давай, братюня, давай. Ой, как больно, давай. Ой, больно. Ну, ничего страшного, прорвемся. Так, глянем, кто у нас здесь есть. Вот он. Да, хороший крип. Видите, мы можем его скушать, и у нас будет хилка. Отличный крипок. Сварка отожрали. Да я срать хотел этого сварка, да он. Так там уже внизу убили нашего. Молодец, красавчик. Все, теперь делаем таким образом. Не лезем. Просто потихонечку фармим. Давай, братюня. Оп-оп. Сейчас, короче, отхилимся и продолжим. Короче, выключим этих недовольных. У них жопа горит. Давай, братиша, давай, 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 давай. Хорош, хорош, красава. Не знаю, куда он даун полез. Мог спокойно просто постоять, подождать меня. В любом случае, мы продолжаем фармить. У нас откатывается первый скилл. Мы регенимся с помощью 4-го скилла. Видите, да, у нас спокойно регенится мана, все регенится. Давай, братиша, давай.
Опа, раз, два. И все, и спокойненько фармим. По стрелу Мирана я практически никогда не попадаю. Ну, конечно, исключение есть всегда. Можно, в принципе, просрать, короче. Ну, давайте просрем. Второй скилл кинем. Чтобы уже 100% отрегениться. Опа, так. Ударили. Ну, блин, выключи это говно. Ах, шмар. И чё? И чё говно? Так, есть 1400. Это хорошо. Это хорошо. Пойдемте опять поищем волка, полазим в лесу. Блин, ну волчонок. Вообще, очень часто бывает проблема найти волка. Очень часто. Здесь мы еще не убили одного, да? А, вот они появились. Так, я не вижу Мираны. Скорее всего, она пошла в лес. Пойдемте на этот лайн. Говорит, что ушла Мирана. Она инви сделала, да. Ну блин, одно говно. Давай, братюня. Все, появилась у нас ульта. Можно, в принципе, уже идти гангать. Сейчас пойдем гангать. О, у нас Дестер есть, отлично. Нам самое главное дожить до лейта. Все, больше ничего не нужно. Нам нужен лейт. Ну давай, я говно тоже убьем. Опа. Убьем? Или не убьем? Должны убить. И все, потом сделаем ТП и уже пойдем ганганем. Кстати, также, видите, когда у вас в лесу нету этого сраного волка, вы можете сбегать в чужой лес. И велик шанс, что он будет там. У меня так всегда так было. Поэтому сейчас сделаем ТП на топ и обоссым всех. Мы, еще раз говорю, можем гангать именно в идеале 6 левела, да, когда есть ульта. Но там все равно будет шанс, что враг убежит и так далее. Поэтому лучше всего делать, когда у нас появляется Лотар. Это лучше всего. Давай, детка, давай. Давай, пойдем, пойдем, братюня, я иду. Давай, говнище, ты сдохнешь. Ну, нормально, хоть не забрали. Давай, пошли, пошли. Эй, пес, сдохни. Дабл килл, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Дабл килл. Изи бризи. Так, продолжаем, короче, фармить. Наша задача сейчас фармить, фармить, фармить. 1300 голды. Сейчас кушаем крипа. А! Да, у меня еще аватара нет. Нужно поискать, короче, будет в лесу волка опять. Давайте быстренько пробежимся. Хотя меня сейчас здесь обоссут в лесу. Плохая идея. Какая плохая. Ой, какая плохая идея. Говно! Ладно, уходим отсюда. Пойдемте топорашу попробуем убить. У нас есть третий скилл. С помощью его можем попробовать убить. Да, он должен сдохнуть, да, да, да. Отлично. Фига, у меня аж что-то аж залагало, не? Странно. Ну, в любом случае, да, все, прокачиваем второй скилл. Тоже очень важно прокачать второй скилл. Там увеличится передвижение. А, нет, увеличится в первую очередь реген, да, поэтому тоже очень хороший скилл. Ну, пойдем. Ну, давай. Ну блин, сраный тестер. Ладно, скушаем крипа. Отлично, все, 1500. Ну вот видите, начали нагибать. Дум забрал, все, давай, до свидания. Все, смотрите. Появляется у нас Лотар появляется. Теперь мы сможем практически любого убить соло по замыслу. Но любого соло, который не сильно нажран, само собой. Потому что у нас скилл не прокачаны. Второй скилл не замакшен. Ульта, первый левел. Ну многих можно убить. Ну, самое главное... А, блин, мы еще волка не нашли. Ненавижу этого волка. Но он нам нужен, потому что он дает, во-первых, криты халявные. Это ладно. Самое главное, что дает нам волк... Это что? Это дополнительный урон. Дальше собираем аганим. Аганим и только аганим. Чтобы вообще ничего не бояться. Поедаем это говно. ВП. Да, да, вы просрали, мудаки. Смиритесь. Играет Doom профессиональный. Ну что здесь за говно? Отдайте мне волчонка. Так, сейчас внизу появятся крипы. ПВП, ПВП. Так, голубой, Магнус. Ну давай, детка, подеремся. Давай, давай, пошли, пошли, Магнус. Что-то ушел, нет? Чему? Ну лучше нам драться со вторым скиллом. В идеале. Ну что же за говно?
Ладно, ждем. Самое главное пофармить. И найти волка. А, и похилиться можно. Все там драка. Ну пошлите поможем пацанам, добьем кого-нибудь. Я думаю, там в любом случае типа сварка выживет, а мы его поймаем и обоссым. Давай, детка, пошли, 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 пошли. Все, всех убили, да? Нет, не будем туда влетать. Можно было бы, я бы с удовольствием, но лучше не рисковать. Все, собираем аганем через Point Booster лучше всего, потому что там прибавит нам сразу маны. Нам вообще будет не хватать маны постоянно. То есть у нас будет нехватка маны постоянная. Че, пойдем драться, кто нам идет? О. Блин, чувак. Иди ко мне сюда, пожалуйста. Ну куда ты? Эй, пес, на чмо. Ты сдохнешь, шмара. На, пес, пока. Мамке привет передавай. Адрес свой скажи ей. Жопа в говне твой адрес. Я-я-о. Короче, кушаем любого крипа, потому что у нас нету волка. Это реально, да, мы затягиваем. Уже, короче, идти в лес искать волков. Это уже не смешно. Мы очень много теряем с этого. Блин, кусок дерьма. Ладно, не хочу драться, я пошел. Так, регенимся, короче. Сейчас пойдем купим начало. О. Чего? Короче, нам сейчас нужно идти и начинать собирать аганем. Аганем великолепная тема будет для дума. Увеличивает время действия и урон. Вот, я про это говорил. При использовании позволяет выключить большинство пассивных способностей. То есть, любых героев типа Марта, там, которые криты, они просто делают сосо по Швейшвили вам и все. Так, давай, братюня, покупаем. Окей, Point Booster, теперь мы стали жирнее. У нас, в принципе, уже откатывается ульта. Ну, видите, я больше, да, играю соло. Сколько у нас? Дай мне, пожалуйста, волчонка. Ну, ага. 4 секунды. Ну, волчонка, ну... А-а-а, спасибо, братиша. То, что доктор прописал. Все, у нас теперь есть волк, я полностью доволен. Мне сейчас нужно, короче... А, голубая мразь, да? Чё творят? Чё творят, а? Нужно, короче, выцеплять. Пока, говнище, пока. Ну давай, подеремся с тобой. Давай, дабл килл. Чё, ещё будем, да? Трипл килл будем? Нет, 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 пощади, пощади. Маны 0, 0 маны, 0 маны. Ладно, самое главное выжить нам. Уходим, короче, посрать, пускай дерутся. Не забывайте, что Doom это лейт, и чем больше он... Чем дольше и больше он будет выживать, тем лучше. О, ну-ка, подождите. Мне кажется, или кто-то сюда летит? Но я его не убью. Нет, нет. Не будем рисковать, смысла нету. Не знаю, как этот дебил не видел, что к нему летят, вообще без понятия. В любом случае, максимум ульту появляется на второй леве ульты. Сейчас будем обоссывать. Я поставил, короче, кушаем крипа, у которого нет способностей. Не забывайте, что если вы скушаете крипа способностями, да, то вы замените текущие способности, это плохо. Отлично, так, 974, давайте сейчас кого-нибудь еще убьем быстренько и пойдем купим 2 итема. А, все, нормально, есть у нас итем и будет ТП у нас, отлично. Все, потихонечку мы собираем аганем, у нас все идет хорошо, 5-0, все, я доволен. Откатилась ульта и прямо сейчас пойду я гангать. Мы спокойно убиваем Сларка, я говорил, просто в говно любого сейчас можем убить. Уходи. Уходи! Ладно, так, все, бежим, короче, по фасту. Я сейчас пойду в лес какой-нибудь обоссу.
Опа, видите, у нас теперь становится больше маны и так далее, больше ХП. Они все там. Опа, какая красавица у меня здесь. Не хочу я ее убивать. Нет, я лучше убью эту дуру. Отлично, отлично, вкусная тварь. Давай, давай, детка, пошли. Нет, не смогу убить, да? Эй, Шмара, иди сюда, чему? На, пес! Давай, давай. Так, там еще этот был, чмошник. Надо, короче, быстрее. Все, откатилось. Эй, чмо? Тихо-тихо. Самое главное выжить мне. Ну давай. Но, ну нет, нельзя умереть. Да ладно, все, сдохнули. Надо было уйти, я мог уйти, мог. Да там сварк нулевый, забейте вообще про него. Ладно, нормально, хотя бы убили, 6-1 тоже хорошая стата. Ну, надо было просто уйти, это моя ошибка. Не надо было отдаваться, тем более какому-то сварку нулевому. Ну, смотрите на это чудо, просто посмотрите. Хорош, 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 хорош. Давай, ульту просто в ноль, давай, давай. Хорош, молодец, давай, хорош. Аплодируем стоя. Надо кинуть ему будет потом похвалу. Давайте кинем, наверное, похвалу ему 3-5. Чмо обоссанное. Чтобы спасти свою никчемную обосранную жопу, да? Он потратил ульту. Но мы его не убьем, конечно же. Он просто убежит. А, мразь. Понятно. Ну пускай выбегает, срать я на него хотел. Мы будем убивать, когда у нас будет ульта. Все, нет ульты, мы мало что сделаем. Поэтому пока просто фармим. Фармим, собираем аганим. Убиваем практически любого с ульты 100%. Самое главное, чтобы их не денайдили. И все, больше нам ничего не надо. Давайте соберем сейчас аганим по фасту. И пойдем убивать опять так же. Потому что когда драка происходит, но они решили начать без нас зачем-то. Ну ладно. Зачем они дерутся без кэри? Давай, давай, братюня, лети, 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 лети. Там такая вкуснятина, а такая вкуснятина. Ну зачем вы дрались без меня? Все, это прилетает мой аганим. Давай, детка, и мы сейчас убьем любого сова. Давай, давай. Пошли ко мне, детка, ко мне, давай. Сейчас гасится, да? Чмо. Подожди, там еще Мирана. Эй, говно! Ага, он просрал ульту свою, просрал. Пока, говнище. Пиши письма. Ну, вы видите, просто в нагу. Он просрал ульту. Магнус сделал ульту просто мимо, в ноль. Мамке привет, Магнус. Мамке привет, передай своей. Хорошая женщина родила такого хорошего сына. Дальше мы собираем или Кирасу, или собираем дизолятор. Я, в принципе, всегда собирал Кирасу, но я хочу дизолятор. Потому что я хочу убивать с руки. Просто хочу с руки. А уже после дизолятора соберем Кирасу. Ой, тихо-тихо-тихо. Ну куда же ты, даун? Нет, нет. Не, братюня, уходим. О, все, мне жопа. Ну помогайте, дауны, помогайте. Дума убивают. Ну что ж. Давай, детка, живи. Ладно, вроде я жив. Опять же, видите, здесь, конечно же, тащит мой второй скилл. Че, убили? Я готов кого-нибудь с руки ударить больно. Ну ладно, хотя бы меня спасли, это очень важно. Пойдемте ударим это говно с руки больно. Фух, я думал реально все, я сфидил. Но в любом случае, пойдемте тогда сейчас быстренько отрегенимся и идем гангать. Мы же пойдем гангать прям в нагу, надо будет купить нам ТП, пойдем сразу гангать прям в лес ихний.
Можно также купить варды и самому поставить варды в лесу и гангать уже именно тех, кто фармит. Да, например, там СФ фармит 100%. Делаем так. А, у меня получается, блин, КД будет. Ну ладно, давайте даже купим, нет. Все, пошлите в лес гангать. А, так они все уже дерутся, умирают. Ну, Мирана он не убьет, да, красавчик. Давай, братюня, давай, драка, драка, драка. Сейчас Дум придет с Аганимом и будет жопа всем. По пути, короче, убиваем крипов. Ой, как их много, ой, как много, ой, как много-то. Не-не-не. Крася, ну просто краса. Я не знаю, почему они пошли, без меня все сдохнули, какая логика. Ну, пускай подыхает, а мы будем потихонечку фармить. У нас пока откатывается ТП. Само собой, сейчас все идут сюда ко мне. О, подожди. А, нет, он ушел. Ну, черт. Ну, развернись. Говно. Ладно, сейчас убьем, короче, крипа, купим дамаги. И сделаем ТП на базу. Вы видите, здесь некого даже скушать. Опа, покупаем. Делаем ТП на базу. 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1. Ну давай. Давай, братью, не успею, не успею. Но беги, беги, беги. Не успею. Не успею. Ладно, срать на него. Продолжаем фармить, кушаем крипа. Давай, сейчас позовем куропатку. Нам сейчас нужен, в первую очередь, дамаг, чтобы я мог кидать ульту, да, и просто с руки рубить на куски. Опа. Ну, почему они все по одному ходят, а? Так, что у тебя там по стате? 6-8. Ну, так себе. Так, ладно, бежим, короче, драться. Бежим драться. У нас Мирана нет, это у них Мирана, понятно. Она могла ультануть. Давай, детка. Вот наверху еще мясо бегает. Нет, никого нету, да? ТП у меня нету. Ну-ка, подождите, КД есть? Вот, я бы убил эту дуру соло. Ладно, она сгасилась, шмара. Поэтому посрать. Фух, непонятно, какая-то игра происходит. Ну ладно, продолжаем фармить, собирать итемы. У нас сейчас дамаги, в принципе, хорошо. Сколько там, 200 дамаги? Сларк. Так, они сейчас все здесь будут. По-любому они здесь, я прям чувствую. Давайте, твари, выходите. Шмара? Да ладно, ни о чем. Давай свою стрелу обоссанную. Ну давай, говно, подеремся. Пока, чмо. Пока. Так, дальше, дальше, пошли дальше, дальше. Ладно, одну шмару. Ох ты, выкуп, выкуп, выкуп. Не, чуваки, уходим, выкуп. С выкупом я так не играю. Не лезем. В первую очередь нам нужно жить, дальше посрать. Посрать. Так, ждем, когда появится у нас аватар, сможем пойти драться. Без аватара мы не пойдем драться. Это у нас еще мало маны, 75. И чё, говно? Ну давай подеремся. Тваря. Ладно, попробую. Попытка не пытка. Ага, крит тебе в рожу, чмо. Воу! Воу! О, видели, да? Это был риск, это был... Переключаем тапок, короче. Скорее гейнса мана и пошли, короче, домой. Ладно, не буду тратить ТП. Пойдем тогда домой так, ногами. Отлично, все, отлично. Собираем потихонечку дамаг. Откатывается ульта. И как раз я успею, по идее, отхилиться. Но я хочу подраться. Ну давай, 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 давай. Регенься, братюня, реген. На, пес. Видали, да? А? Сколько я сделал нажатий. Сначала я сразу кинул третий скилл, потом сразу же инвиз, сразу удар с инвиза, чтобы сделать дополнительный урон.
И обоссал это говно. В любом случае, идем дальше. Я даже не отхилился, блин, нормально. Ну дайте крипа, ублюдки. Опа, 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 опа. Так, давайте немного пропушим. Надо быть осторожным. Я чувствую, сейчас могут гангануть мой пуканчик. Смотрим на стрелы. Стрел нету. Я хочу пошел домой, я думаю. ТП есть? Нет, ТП, ладно, пошел пешком домой. Магнус все ливанул, я думаю, да? Что у него жопа все загорелась британским флагом. Где-то говно 3-8. Ну, я говорил, да, когда мы собираем лотар, начинается наша игра. Сейчас попробуем с дезолятором. Я хочу увидеть, сколько я буду куски, какие большие куски буду отрывать. Надо убивать. Надо в первую очередь... Вот в идеале, да, убивать даже не саппорта в первую очередь, а ихних кэрри, самых сильных. Например, Сэфэ и Сларка. Сларк довольно геморройный. То есть мы должны понять, что нашим союзникам тяжело убивать Сларка, правильно? У него там прыжок, первый скилл, ульта. Даже, скорее всего, у него лотар есть, я думаю. Так, Сварк зеленый. Поэтому мы должны помочь максимально быстро убить Сварка, чтобы наша Тима занялась другими делами. Вот так вот. Все, у нас дезолятор. Ну, наверное, давайте все-таки соберем кирасу, чтобы нас тяжело было убить. У нас тем более 4 брони, очень мало. Будем собираться через скорость. Тем более, скорость атаки плюс дезолятор — это вообще жопа. Ну, давай, братюня, давай. Так, ну, мы снимем мут с нашего зрителя, само собой. По привычке поставим на всех. Ну что ж, попробуем подраться, посмотрим. Сейчас нас, в принципе, убить легко. У нас брони вообще ноль. Ну что, пойдем драться, давай. А, вот у него, короче, ульта, ульта, ульта в этой твари. Ну ладно, убьем этого упыря. Гори, шмара, гори. Так, кто там еще у нас есть? Вкусняшка, иди ко мне, иди ко мне. Раз, два, так. Ну все, даблкил, понятно. Ну, вы видели, да? Мне, в принципе, они не могли ничего сделать. Я пытался... кинуть ульту на Сларка, думал, да? Но вы видели, он был очень далеко. И поэтому кинул на Магнуса, у которого был РП, который не ультовал. В итоге профит. Идем абсолютно спокойно, сносим. Нам нечего бояться, у нас нормально ХП, так. Все, идем дальше. Видите, то есть я, например, сейчас чувствую себя уверенным абсолютно, когда у меня уже есть такие итемы. Вышки сносим, видите, с дезолятором, спокойненько. Оп, такие куски. Не у меня самое главное. Давайте добьем это говно. Видали, сколько я отнимаю? Опа, опа, вот и все. У нас есть 200, мы сейчас будем покупать уже кирасу. Будем собирать через скорость. А, вот он и РПшка. Почему меня? Почему? Че, будем драться? Нет, нет, нет. Пошли, мужики. Уходим, короче, уходим. Нет, это бред. Все, хватит фигню страдать. Тем более, сейчас Сварк появляется. У меня нету ничего, ни ульты, ничего. Уходим, братцы. Где твой ТП, а? Лохозавр рабосанный. У любого профессионала должно быть ТП по КД. Все, вот там. Смотрите, видите, я сделал ТП. В итоге я фуловый. Все скиллы откатились. Я могу идти дальше драться. Это вот, в первую очередь, наша еда. БКБ собрал, срать я хотел на твой БКБ. Давай, давай, Думчик, беги, беги, беги. Сейчас мы выловим в лесу его. Опять рака. Плохо, что там все собрались, конечно. Это не стоит того, нет, 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 не стоит. Я пошел бы, я бы убил бы в любом случае хотя бы одного, но это не стоит того. Давай, говно. Подохни, шмара. Опа, опа, давай, давай, ха-ха. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Эй, говно, давай, чмо, давай. На, пес. Ну. На, пес. А теперь ты иди сюда. Вы видите, да? Они мне сделать ничего не могут. Они не могут меня убить. Вау. Ну-ка, подожди, если я сделаю так.
Эй, чмо. Опа, пес. На, пес, на, пес. Ладно, все, пускай уходит. Фух, вы видите, какие куски отрываю, а? Вот если бы я на него ульту кинул, все, он бы сдох. Моментально. Так, а на кого я ульту кину? А, на Батрайдера. Ну, в любом случае, все сделал идеально. Все, мы всех убили. Давай добьем вышку и все, и профит. У нас далеко еще до... до Лотара. Давай, братюня. Маны, мало маны. Все, короче, я пошел домой. Я пошел домой. Я жду, сейчас у меня откатится. Я пошел домой. Вы можете драться без меня. Я приду к вам. Но пока я делаю ТП. Так, какая у нас там стата? 13-1. Ну, в принципе, неплохо. Нормальная стата. Продавать пока ничего не будем. Лучше соберем керасу, потом поднимем ее с базы. Группируйтесь. Иду, иду, иду. Давайте, мужики, я иду, иду, иду. Стой! Всегда смотрите, когда вы убиваете Рошана, всегда кем-нибудь стойте на хэграунде. Например, здесь вот, чтобы видеть, что происходит. Вот, сейчас мы кинем. Давай, давай, давай. Эй, говно. Так. Пока, пока, Шмара, ты сдохнешь в любом случае. Давай, давай, ну сдохни. Сдохни, ну. Так, 4. Ультракил, лол. Я даже не заметил, что я сделал ультракил. Лол. Вот вам игра Дума. Вот это называется игра Дума. Оп, оп, оп. Кстати, Кентавр, да, я тебя опять поздравляю. Молодец, подобрал. Я хотел забрать Аегис. Ну, чмо. Просто чмо. Кентавр, поздравляю, что ты попал в видос. Жалко, я могу тебе об этом написать. Знаешь, что у меня был мут. Я не зазвездился, я бы написал в любом случае. Так, ну что, let's go. Кстати, я же на говне. Ну, давайте немножко подеремся. А, у меня есть второй скилл. Сейчас похилимся. Пошли, пошли, пошли. Вот, опять же, плюс, видите, дезолятора, да, это просто в говно выносить вышки. Не забываем также и пофармить. Давай, братья. Смотрите, как быстро. Давай, давай, давай. Ну, во. Оп, 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 оп. Лол. Лол. Ну, они все, это, без шансов. Все, они просрали. А я пошел на базу, нахрен надо. Хватит, мужики. Надо делать все с умом. Ошибка большинства, да, что они остаются после проноса лайна, их убивают. Вот моя еда. Пожалуйста, не уходи. Просто стой, стой, я не буду тебе мешать. Ну как не буду мешать? Дай мне просто дойти до тебя. Все, врубаем. Пожалуйста, не уходи, детка. Ну давай. Не забывайте, сначала должны ударить Салатара. Эй, пес! Фу! Пока говно. Опа, вкусняшка моя. Вкусняшка, ловяшка. Ну все, вы видите, у нас уже миллион артов. Да, дальше что будем собирать? Сейчас подумаем. Можно собрать Бледмейл. В принципе, он в этой игре не нужен. Например, если против нас кто-нибудь играет дамагеров много, да? То, само собой, Бледмейл бы собрали после Кирасы. Мы вообще была бы машина смерти. Но можно Тараску. Но мне, честно говоря, не очень нравится Тараска на Дума. Ну не нравится. Да, он будет жирный, но он будет беспомощный. Лучше МКБ давайте соберем. Голову не будем ломать. То есть любой арт собирайте уже на дамаг. Криты. Криты у нас есть. МКБ соберу, короче, ладно. Соберем МКБ. Или можно даже рапиру. Или даже радик можно. Ну, хотя зачем радик? Так, у них только одно говно живое. Опа. Опа, видели, какой дамаг? Вот это дамаг. Это называется фарми дум. Вот он, фарм дума. У меня скоро ульта появится. Я просто иду, да, и сношу. Больше мне ничего не надо. Опа, опа. Видали, какие куски? Вот он, смотрите. Опа, видите? О, вот и все. Опа, оп, оп. Ну что, давайте. Скоро у меня будет ульта. Я буду, в принципе, готов подраться. Не забывайте, что этого поедать нельзя, потому что у него стан. Если вы нашли волка, то лучше не делать этого. Ну, я готов, короче. Чё, давайте, у меня есть все, что нужно.
Эй, говнище, я куда-то пошел. Шмара тупая. Ну ладно, пускай убегает. Не те скиллы нажал, ну не страшно, посрать. Просто идем да сносим, давай. Кстати, он будет долго гореть, он будет очень долго. Минимум, он не будет участвовать в замесе вообще. То есть мы сейчас СФ не увидим, не скоро еще увидим СФ. Ну давайте, еще ультуй меня, все ульты меня, давайте. Сносим, опа, 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 все. Эй, ты чмо. А, удали, опа, и нету говна этого. Лови плюшку, тварь. Ну, нам здесь бояться нечего, нас будет убить очень сложно. Эй, шмара, ну иди ко мне. Во, красотка, во. Ну давай. На, нормально, все. Вот такие у нас веселья. Дальше собираем МКБ, вы видите, что у меня денег хватило. Отличный арт, у нас будут микростаны тоже хорошие. У нас будет очень много дамаги идти уже. Тихо, подожди, где я? А, вот он. Лол. Лол. Ну все. Вот такой вот у нас OSPLU. Еще раз говорю, что Doom, он очень хороший герой. Он нереально, нереально полезен для тима. Очень полезный. В первую очередь своей ультой. Также напомню, что это на втором месте у нас идет герой по фарму. После алхимика. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео. Всем пока.